Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с вами продолжаем играть в пятницу 13 Killer Puzzle. Всем приятного просмотра и аппетита желаю. И, оказывается, мне написали, что здесь можно посмотреть на Джейсонов без масок. Вот, в принципе, что мы с вами и сделаем. Вот, последняя надежда. Открылся также новый уровень у нас. Вход рубль, выход 2. 2 рубля. Ладно. Давайте последнюю надежду сделаем. Цепочка убийств. Играть. И вот, смотрите, весельчак Джейсон. Добро пожаловать в рай на земле. Выход через магазин сувениров. Вот, тут пока нету. Да, когда ты прошел, в общем, уровни, можно снять маску. Давайте посмотрим, ребята. Мне очень интересно. Классический Джейсон. Ну-ка. Чё, серьезно? То есть можно, по идее, без масок играть? Ну-ка. Прям бросил в нас. Так, а тут какая? Понял. Зомби Джейсон. Какая интересная у зомби Джейсона. Блин, жесть. Он просто капец противный. Утопленник. Посмотрим обязательно и у весельчака. Чуть попозже, может даже сегодня. Итак, давайте, цепочка убийств. Я пока играю за нашего старого друга. В общем, смотрите. Ой, кажется, ты в тупике. Ой. Давайте посмотрим, что здесь за хрень. Блин, это клевый уровень, мы с вами его не проходили. Если вы, кстати, впервые на канале, обязательно, ребята, подписывайтесь на канал, потому что я обязательно пройду эту игрушку. И не забудьте поставить лайкосик. Будет очень-очень приятно. Итак, давайте посмотрим, что здесь. В общем, что мы можем, это единственное, их пугать. То есть, видите, вот раз, я его пуганул. Можем этого пугануть. Да, он сразу. Так, а как мне эту? Угу, ее только в одном направлении можно пугануть. То есть, видите, я по-другому даже не смогу. Этого я могу либо сюда, либо вперед. Так, давайте с самого начала, ребята, посмотрим. Блин, это интересно. Да, видите, либо так, либо я его могу еще вот так. Интересно. Они боятся и дрожат, но в чем заключается прикол? Давайте еще раз сделаем. А не может он как-нибудь их напугать? Потому что... ну-ка, давайте попробуем, знаете как? Сейчас я вам скажу. Раз, раз. Так. Ладно, пусть так будет. Ну-ка. Да-да-да-да-да-да-да! Все, сработало. Короче, все понял, ребята. Все понял, как мы с вами сделаем. Просто подобный уровень уже был в пятнице. Там с котами. Там надо их направлять, в общем, чтобы они боялись. Так, о господи, какой наркоман. Значит так, мы вот эту направляем. И теперь аккуратненько вот этого. Раз, и теперь должно сработать. Да, отлично. Последний босс. Ах ты пьяница, гребаная, на. Жесть, вот это рыба. Вот это рыбка, если честно. Блин. У меня, ребят, немного тут хромакей, если вы видите. Надо, короче, с тенью тут побороться. Многие говорят, то, что тут тень видно, в общем. Сори, ребят. Так, следующий уровень, ребята. Интересно, а тут продают коктейль мимоза? Не знаю, мама. Так, посмотрим, что же тут за хрень. Это какой у нас? 11-й, по-моему, уровень. Так, смотрим, как мы можем с вами пойти. Можем спокойно вот так вот толкануть. Все, толканули. Так. А по-другому, видите, уже не пройти. То есть, хоть тут пытайся, хоть нет, никак не сможем. Так, можно, пожалуйста, с самого начала. То есть, видите, как нам надо? Теперь мы толкаем эту. Толкаем холодильничек.
Вот так вот. No! Угу. Как нам лучше сделать? Смотрите, если тут есть холодильник, мы с вами можем вот так вот пойти. Раз, пошли. Вообще вот этот вид немного помогает. Смотрим, где я немножечко нафуфилил. Значит, холодильник тут есть. Угу. Этот бросает холодильник. Надо как-то, может, обойти все это. А тут только один ход. Да, холодильник сразу бросает, к сожалению. Мы можем его сейчас напугать. Так, пугаем мы его с вами. Этого мы тоже можем напугать. Так, что это нам дает? Сейчас я подумаю. Допустим, убили, да? Видите, в чем проблемка? То, что надо его как-то вот переманить того. Я еще раз мотаю все это. То есть, видите, как... Нет, смотрим, смотрим подсказку. Не будем, ребята, долго тупить. Давайте получить решение. Так, сейчас я покажу, как решается эта задачка. Смотри, Боба. Так, что я неправильно сделал? Все правильно. Пока идет все правильно. То есть я спокойно пугаю его. Все хорошо. Пугаю еще раз. Все правильно идет. Просто надо... Изи, изи. Черт, все правильно. Вот все правильно сделал, кроме того, что надо было убежать. Все, спасибо. Вот что бы я делал реально тут без подсказок? Подсказки это, конечно... Потому что смотреть, как долго тупит человек, это... Только нервы терять. Так, молодец, холодильник уронил. Красавец. Так, раз. Так. Вот, оказывается, как, а. Накормил все-таки, а. Короче, надо просто другими путями ходить. Все, готово, голубушка. Рыбка. Просто жесть, ну и рыба. Отпускной шок. Так. Как-то интересненько. Значит так, как мы можем здесь действовать? Во-первых, мы можем позвонить. То есть, видите, мы можем спокойненько с вами позвонить. Этому мы тоже можем позвонить. Так. Капец. Так, и второго мы можем тоже убить. Но смотрите, в чем заключается уже проблема. Все, он теперь спокойный, более-менее спокойный. А! Вообще все легко. Все, давайте, хреначим. Бедный Мавпа. Рыбка. Все, сейчас мама нам даст что-то хорошее. Какой же ты молодец, вот тебе еще немного кровожадности. Спасибо, мама. Спасибочки. Мамусик. Уровень получен, 16-й. Так, давайте посмотрим, что там. Линейка. Давайте, давайте. Черт, у нас, по-моему, в третьем классе реально была, короче, училка, которая типа по парте хуячила. Именно вот-вот линейкой. Просто хреначила и хреначила. Похоже, начинается прилив, Джейсон. Ясно. Так. Смотрим, как мы с вами можем поступить. Так, он бежит сюда. Можем его убить. Так, беги. Убиваем полицейского. Тут мы с вами вот какую штуку делаем. И получается, мы уже в тупике. Да. Потому что... А, стоп, хотя нет, смотрите. Тихо, тихо, тихо.
Она к выходу побежит. Жертва сбежала. То есть нам как-то надо это все предотвратить. Смотрим, 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 смотрим. Я могу, значит, на полицейского уронить эту штучку. Ту пугать ни в коем случае не рекомендуется. Отлично, отлично. Пусть будет так. Так. Получается, мы этого пугаем. Смотрите. Пожалуйста, туда. Знаю как. Знаю, ребят, знаю, 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 как мы с вами попробуем его напугать. Все, великолепно. Через час. Кто обитает на дне океана? Прям как мой рейтинг. Рейтинг канала. Просмотры у меня там на дне. Итак, следующее. Следующее, ребята, вход рубль. Выход 2. Скотобойня. Выбор уровня. Итак, билет на тот свет. Мы можем посмотреть его маску. Вы готовы, ребята? Давайте посмотрим. Господи, какой же он мерзкий. Твою ж дивизию. Ну, вот этот самый, по-моему, такой. Там у нас еще будут. Весельчак Джейсон. Добро пожаловать в рай на земле. Выход через магазин сувениров. Вот такой вот Джейсон. Давайте, берем его. Блин, это капец. Парк развлечений рай на земле закрывается. О, всякие, знаете... Видать, копы нас никогда не найдут. Эй, эй, приятель! Мне казалось, что это место закрыто. Билет на тот свет. Ах, черт, это немного неприятно. Выключи свет, полиция не увидит, я в темноте. Да, мама. Нифига себе. И они не убегают, если в темноте. Просто круто. Очень, очень кровожадно, ребят. Очень. Просто капец какой-то. Выхода нету. Итак. Крупица, не заметите, а в темноте Джейсон мой золотой мальчик. Ага. Все понял. Да, иначе они так сбегут. Так, а смотрите, какая фигня тут. Раз. Два. Да, и тут есть маленькая проблемка, что нам не добраться до нее. Как-то надо, знаете как? Сейчас я вам скажу. Смотрите, как мы с вами сделаем. Блин. Тут надо... Давайте, давайте заново. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Так. Раз. Ладно, пусть упала. Капец, Джейсон, налево-направо, хреначит и хреначит. Парк огорчений. Раньше детям здесь было намного лучше. Это место испортили до невозможности. Да, мама. Так, до невозможности. Давайте посмотрим. Короче, у нас есть телефоны. То есть, видите, вот эти вот телефоны. Мы можем чпокать телефоны, да, здорово. Все, полицейского нет. Отлично. Что дальше? Тут капкан. И смотрите, то есть где метка у нас, да? Где будет метка, ну, последний человечек. Здесь капкан. То есть нам надо как-то человека заставить капкану бежать. А,
Во, все легко. Или не совсем, он почему-то не хочет бежать. Так, хорошо. Может, этого как-то заставить? Так, а, я, в принципе, знаю, как его заставить. Смотрите, раз. Отличненько. Нет, он там упирается. То есть мы... Видите, он к одному месту. А по-другому его не напугать. И получается, что все, мы не прошли уровень. Тут никак не пройти. Кстати, непонятно, как сюда зайти. То есть... Чтобы сюда зайти, еще надо подумать. А! А, ну, на самом деле легко все. Очень легко, то есть надо будет вот так вот сделать и вот так. Но тут капкан. Так! Как заставить бежать? Бежать к телефону. Может как-то... Знаете как? Ща-щ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 а. Я подумаю, смотрите. Мы можем полицейского грохнуть. Так, если этого я... Так, получается, я могу сейчас... Просто жесть, как мерзко. Могу этого напугать и... Оп! Полицейский. Блин. Ну... Что это мне дает? Я чисто случайно просто охренеть. Просто охренеть. На тебе, сука, Эмма! 2007 год, ай! Возвращаем, ребята, возвращаем. То есть даже, по идее, блин, даже думать тут не надо. Все на рандом и то можно сделать. Так, короче, темнота. Минус темнота. Котик видит в темноте, это я знаю. Так. Как нам тут сделать? Что? Животное сбежало. И что? И что теперь? То есть животному нельзя сбежать, что ли, или что? Прошу прощения. Простите, а в чем прикол? Почему нельзя с животному сбежать? Ну так-то меня точно видит. Что за хрень? То есть с ними жестоко нельзя обращаться и выпускать нельзя. Ну, я вообще, конечно, ненавижу, когда жестоко обращаются, но что за бредятина? Вы это видели? Так, надо подумать. Так, так они пугают, жертва сбежала. Так, думаем, 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 думаем. В чем заключается прикол? Так, Котя. Есть, это мы сделали. Котю сейчас нельзя, получается, никак. А Котя сейчас увидит, да? Я смотрю подсказку, ребята. Здесь уже вот именно вот на этом моменте началось такие вот, как говорится, тупнички. Поэтому мы смотрим с вами. Смотрите, он выключает. Убивает. Включает. Проходит. Во, как он проходит. Все, все понял, все понял. Вот маленькие-маленькие тупнички, они видите, что делают? То есть его можно либо вправо, либо влево. Черт, я об этом не подумал. Так. Убиваем. Раз, раз, раз. А, включ... Чего надо было включить?
Так, прошу прощения. Так, включаем. Сейчас мы его пугаем. Раз. Фрик. Ну, реально, какие-то фрики. Действительно, фрики. Какой же ты молодец. Спасибо, мамочка. 17 уровень получен. Так, мы с вами получили 17 уровень. И дайте угадать, там гнездо, да? Ладно, надо нам, ребята, богатый улов. Надо нам что-то скрафтить. От некоторых драконов просто мурашки по коже. Я никогда не пускал тебя кататься на них, Джейсон. Это слишком опасно. Спасибо, мама. Так, смотрим. Вот всякое вот говнецо мы с вами скидываем. Ну, топор я не знаю, я его еще держу как бы. Ну, давайте два даже обменяем. Сейчас я посмотрю. Просто замечательно. Два кофейника, сука, нахрена они мне? Куда мне их использовать? Ледоруб. В принципе, еще можно использовать. И то, на самом деле, ледоруб тоже не такая уж клевая штука. Лучше лопату. Подсвечник возьму. Я хочу попробовать с подсвечником. Жесть была. Это пранк, бро. Это пранк. Угу, она напугалась. Ой, серьезно. Так. Вот что за прикол. Сейчас мы подумаем с вами. Этот по-любому пугается. Видите, какая штука получается. Я могу также эту напугать. Напугать мы ее можем еще разочек. То есть видите, как вот так вот. Так, два раза мы ее можем напугать. И вот теперь, смотрите. А даже не... Секунду. Даже еще, по-моему, да? А, она больше уже не может бежать, потому что это прямо. Это уже прямо. Да, сейчас немного сложненькие такие варианты пошли. Тихо, назад. Смотрите, мы ее убиваем и туда. Такая же, что ли? Подсвечником. Фу. Я думал, он, знаете, подпалит как-то ей там волосы сначала, потом фу. Прикиньте, вживую. Так, ночная охота. Это, понятное дело, сначала убиваем. Смотрим, что будет. Как бы, вроде все хорошо, но нифига не хорошо, потому что надо на крестик, чтоб кто-то был. Значит, выключаем. И теперь надо подумать, как... Надо, короче, их пугать. Тут это уже видно. Хорошо. Китя. Да. Она тут стоит, она как преграда. Смотрим, ребята. Так, спасибо, баба. Короче, выключаем свет. Включаем. Убиваем. Все.
То есть, понимаете, сейчас действительно такие пошли загадки, что капец. Так, котика напугали. Это было мерзко. Огонь прям. Фу. Идеальный план. Так, смотрим теперь. Смотрим теперь, ребятки. Минус одна. Минус вторая. Так, тут у нас полицейский. То есть нам надо как-то убить полицейского. А мы можем как-то... Мы можем вот так вот путешествовать. Вот так вот. Котю. Котю можно, наверное, как-то заставить... как-то заставить бежать. Ах, ребята, это просто... Просто жесть. Знаете почему? Потому что, ну, ОБС, к сожалению, не записал. Не записал. Почему-то я такой смотрю, а там ошибка. Короче, давайте. Слава богу, я это увидел. Выжженная земля, это чуть попозже. Выбор уровня. Идеальный... Хорошо, что, блин, всего там несколько уровней, поэтому фигня. Тут вообще, оказывается, все легко, серьезно. Я тут еще минут пять посидел и понял. Ну, я остановил как раз запись, потом начал и почему-то с ошибкой записал. Я не понял, что за хрень. Короче, тут надо вот так вот котика сделать, сдвинуть. Вот, сдвинули котю. Еще одного котю мы сдвинули. Потом... Потом мы делаем вот так. Вот так. Котю еще одного сдвигаем вон туда. Раз. Пам-пам-пам-пам. Блин, как обидно. Вот реально, как обидно просто. И все, сейчас цепочка идет. Котя раз-раз-раз. Холодильник, сортир. Сортир вот этот вот просто-напросто двигает. И все. Все, мы делали. Кстати, самое забавное, что мы с вами еще получаем кровожадность, то есть дополнительную. Триллер. Здесь очень, очень легко. Здесь главное котишек просто сдвинуть. То есть мы сдвигаем котишек. Смотрите, раз, два, три. Сейчас важно, как сделать. Смотрите, мы пугаем этого. Все, напугали. Так, сейчас. Нам еще важно вот этого напугать. Все, напугали. Напугали. Теперь вниз, направо. И все. Ну, в общем, такие два уровня легкие. Но я все-таки потупил. Минут три было такое. Так, подземелье. Давайте смотрим. Здесь у нас трое. Самое важное это... Конечно, отклоняться от того, что они должны пугаться. Не-не-не-не-не. Ну, нормально. Так. Хорошо, пусть будет так. Этого мы пока не можем убивать, потому что его надо как-то... уже неправильно. Смотрите, его надо подвести. Его надо как-то подвести именно не направо, а как-то вот-вот именно загнать вперед. Либо кого-то еще туда. Ага, он боится. Засранец какой-то. То есть, да, их можно вот так вот делать, как бы убивать, но... Пунк-пунк-пунк. То есть, видите, и тут мы просто-напросто уже застреваем. Ну, тут мы могли убить. Так, заново, ребят. Как она? Она, значит, может вот так вот пугаться. Пугается, отлично. Хорошо, пусть так пугается. Ага, хорошо, все.
Раз, 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 раз. Все, прошли. Все, убиваем. Последний фрик. В общем, такие легонькие уровни. Уровень 18. А, мама, спасибо, спасибо. Так, смотрим дальше. А вот это уже будет посложнее. В парках аттракционов так весело, правда, Джейсон? Золотой мальчик. Ладно, мама. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Этого сразу убиваем. Выключаем свет. Все, полицейский вообще ничего не видит. Оп. Оп. Иначе, оп. И тут, смотрите, водичка. Самое важное, что здесь водичка. И не только водичка, еще и ходы. Так. Хорошо, убивают. Если мы пойдем с вами направо, то же самое все случится. То есть нам надо сразу вперед. Мы его убиваем. Вот. После того, как мы с вами убили, клик. И смотрим, что дальше. Видите, то есть если бы у меня еще два хода было бы. Так, надо его как-то обмануть, напугать. Так, мама, тихо. Сейчас. Раз, два. Мы к памятнику, и там не получится. Хотя, погодите, смотрите, раз, раз. И все равно то же самое, а? Блин. Пошли сложненькие, пошли. Тут мы с вами получаем решение. Мне прям интересно, как... Ага, он пугается, этот тоже пугается. Серьезно? Хорошо. Пугается. Так. Это тоже убиваем. Выключаем свет. 5 ходов. 3, 2, 1. Так, сейчас, секунду. Жестоко. Это так жестоко, конечно. Мама, давай. Ну-ка, что у тебя? Отлично. 19 уровень получен. Ну-ка. Ладно, ребята, занавес. А, к сожалению. Или все-таки пройти будет? Нет, там... 3 уровня будет. Но не переживайте, потому что эту игру я, как вы видите, каждый день играю. За это поставьте лайкотик, если вы хотите видеть ее на моем канале, если вам понравилось также. А на этом все. Спасибо огромное за просмотр. Бай-бай, дорогие друзья.